Всем привет! Это Александр Милюков и Бэби Тили. Это видео о коляске, которая, по моему мнению, помимо всего прочего, имеет огромный плюс – резиновые бескамерные колеса. Вашему вниманию – Карелла Страда. В Карелла Страда мы предусмотрели все для удобства родителей и ребенка, но главным достоинством этой коляски являются ее колеса. Резиновые колеса – это, первое, большая устойчивость и маневренность, повышенная проходимость. Второе, большая амортизация. Третье, бесшумность хода. Четвертое, износостойкость и практичность. Бескамерные колеса не надо накачивать и их нельзя проколоть. Передние колеса поворотные, с возможностью фиксации. Легко снимаются для чистки. Диаметр 16 см. На задних колесах установлен надежный спаренный тормоз. Диаметр задних колес 19 см. Все колеса мы оснастили хорошими амортизаторами. Перейдем к сиденью. В первую очередь скажу о безопасности вашего ребенка. Ее обеспечивают защита от сползания, съемный бампер, регулирующийся в нескольких положениях, пятиточечный ремень с мягкими накладками на плечи и ограничитель у изголовья. Сиденье и капюшон выполнены из прочной, приятной на ощупь ткани. Общая длина сиденья 90 см, ширина 32, глубина аж 24 см. Подножка у сиденья регулируется в нескольких положениях. Угол наклона спинки устанавливается от сидячего до лежачего положения при помощи удобного рычага. Капюшон коляски имеет несколько секций. Благодаря этому хорошо закрывает сиденье от осадков и солнечных лучей. В нем есть окошко, через которое можно наблюдать за малышом. Для того, чтобы укрыть ребенка в холодную погоду, в комплекте Страда есть теплый футкавер. Для удобства родителей мы предусмотрели подстаканник, регулируемую ручку по высоте, благодаря чему каждый может подстроить ее под свой рост, карман для мелочей и вместительную корзину для покупок. Складывание Страда осуществляется несложно. Механизм защиты от случайного складывания находится на раме коляски. Отводите защитный механизм, тянете за два рычага, и коляска складывается. Фиксируете ее. Чтобы разложить, убираете фиксатор и поднимаете коляску за ручку. Готово! В этом видео мы использовали бордовую коляску. В наличии присутствуют и другие цвета. Подытожим. Карелла Страда – это функциональная прогулочная коляска, которая отлично управляется и едет по различным поверхностям благодаря своим резиновым бескамерным колесам, что выгодно выделяет ее как в нашей линейке, так и в общем среди прогулочных колясок. Я благодарю вас за внимание, желаю вам всего доброго, до следующей встречи, пока!